Сегодня в Будапеште совершено новое убийство. Маньяк, которого пресса уже успела окрестить инквизитором, снова напомнил о себе. Жертвой стал молодой предприниматель из Израиля, имя которого не называется. Это уже пятая жертва инквизитора. Почему бездействует полиция? Почему наш некогда спокойный город оказался во власти этого безумца? Ведь никто не знает, кто будет его следующей жертвой. Да, я в курсе того, что пишет пресса. Послушайте, инквизитор, это всего лишь выдумки прессы. Мы уже поймали подозреваемых по прошлым делам, так что у нас все под контролем. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Да, до скорого. Да уж, вот до чего доводят сокращения. У нас маньяков-то толком никогда не было. А тут... Алло? Начальник, у нас труп. Это дело рук инквизитора. Что? Подожди. Ты точно уверен? Это точно. И у меня есть для вас отличная новость. Светка, видел его в лицо. У нас есть шанс поймать его. Ну, это прекрасная новость. Надо использовать этот шанс. Да, войдите. Что это? Это письмо. Ну-ка. Я выполнил то, что ты просил меня. Все, кого ты хотел прикончить, мертвы. Надеюсь, ты остался доволен. Ты однажды мне очень крупно помог, вытащив брата из той передряги, в которую он попал. А теперь извини. Я не хочу умереть от того недуга, который меня настиг. Прощай. Ну что, начальник, попались? Я теперь знаю, что вы были с ним заодно. Да и не только лишь я. В общем, у вас поверили спецназ.
лишь сообщаю, что вы арестованы. Увидимся в суде.